Хочется записать видео, вот так как со мной произошла такая история, да, я теперь со всеми общаюсь на эту тему. Я могу сказать, что у каждого второго человека есть знакомые, да, у которых кто-то попадал в подобную историю, да. В основном все истории, в отличие от моей, заканчивались плачевно. В основном люди были с переломами, с ушибами, в критическом состоянии в реанимации. Ситуации были, когда машина вся в смятку, то есть вообще не подлежит. И еще предъявляли кому 100, кому 300 тысяч рублей за то, что они там лося сбили. Кто за это будет все отвечать? То есть люди с переломами, люди даже гибнут. Там была история с таксистом. Там насмерть просто убила пассажира на переднем сиденье. А кто ответит вот за то, что люди страдают, дети их там в больнице в реанимации оказываются, машины все смятку? Почему у нас не разработан никакой план? Почему у нас нет ограждений? Если есть профессия, да, лесничий, который получает с государства деньги, почему они не занимаются этими вопросами, почему нет ограждения, почему, извините, лоси могут выйти просто на дорогу, перебежать, столкнуться, они могут на любого, извините, пешехода напасть, да. Я просто настолько возмущена, наше государство заставляет нас платить налоги. Наше государство нас заставляет там кучу вещей делать, которых мы не хотим, да. А нас никто не защищает. Мы вообще люди какие-то все незащищенные. Нас может убить олень, нашего ребенка может убить олень. И за это никто не будет отвечать. Одним словом, просто Россия.